Всем привет! Lada Vesta SV Cross. Смотрите, у АвтоВАЗа новая фишка. Видите, у нас цвет Марс, а черные зеркала и черная крыша. То есть, кто хочет выделиться в потоке, заказывает себе отдельно вот черную крышу и зеркала. Все это стоит 16 тысяч рублей. И вуаля, у вас машина, не важно, там в таком цвете, вот Марс или там, не знаю, допустим, серебристая или такая вот синяя, у вас будет опять же светлый салон, но у вас будет при этом черная крыша и черные зеркала. Black, там еще и салон черный, а здесь вот получается, что вот так. Ну вот такая вот появилась опция у АвтоВАЗа. Теперь вы знаете и себе, допустим, можете, если нужно будет такую опцию, дозаказать. Но сегодня не об этом. Смотрите, здесь у нас 17 колеса, да, пластиковый вес, вот бампер чуть-чуть другой, да, по сравнению с обычным СВ. Здесь и задний бампер тоже, видите, у нас другой. То есть машина эта стоит, по-моему, на 70 тысяч дороже, чем обычный СВ. Если вам вот этого всего не нужно, и вы не хотите за это все переплачивать, то, естественно, что ваш выбор пойдет на обычный СВ. Вон он у нас синенький стоит. Пойдемте посмотрим, какие же цены предлагается. Видите, такой вот у нас классно смотрится, да, универсальчик. То есть, видите, здесь все попроще. Что передний бампер, что задний бампер, они абсолютно идентичны седану. То есть всегда, пожалуйста, он, естественно, стоит дешевле они, чем у того оранжевого, да. Соответственно, видите, и колеса какие, диски, то есть размер поменьше, соответственно, все это стоит дешевле. Кстати, здесь чуть-чуть другая подвеска, она чуть-чуть помягче, и машина идет чуть-чуть помягче. Здесь, как я так понял, движок у нас 1.6, поэтому, видите, у нас здесь сзади барабаны, тормоза. Ну и опять же повторюсь, допустим, кто-то говорит, что, мол, седан чуть-чуть несколько недоработан. Ну, я тоже считаю, что, допустим, вот где заднее окошко, у них почему-то нет вот этой вот, вот этого хвостика, да, а тут он уже есть. Здесь есть рейлинги, здесь уже опять же и антенна, акулий плавник, а в обычной Весте пока еще простенько совсем, да. Соответственно, и багажник здесь тоже лучше, я считаю, организован. Ну и давайте посмотрим, какие же цены и комплектации у Весты СВ на сегодняшний день. Повторитель поворотов в зеркалах. Здесь у нас имеется еще и туманки. Ну, давайте смотреть. Опа! Отодвигаемся полностью назад. Видите, у нас здесь руль в коже, подогрев руля имеется, механика пятиступка. Ну и дальше пошло по накатанному. Здесь трехступенчатый подрыв сидений, глубокие подстаканники, музыка имеется. И тут что? Два подголовника. Ну то есть получается, что сейчас мы с вами посмотрим. Вот у нас Vesta SV. Коммерческое предложение от 28.10.2020 года. Lada Vesta SV. Предлагается три мотора, 106 лошадей, 16-клапанный движок и 5-ступенчатая механика. Двигатель 1.8 литра, 16-клапанный, 122 лошади и 5-ступенчатая механика. И еще есть двигатель 1.6 литра, 16-клапанный, 113 лошадок. И стоит вариатор. В базе Classic Start машина стоит 748 900 рублей в белом цвете. За цвет нужно доплатить 12 тысяч рублей, кто не помнит. Дальше, смотрите, у нас идет комплектация Comfort. Значит, машина с движком 1.6 литра, 106 лошадок и 5-ступенчатой механикой. В комфорте машина будет стоить 776 900 рублей. То есть 776 900 плюс 12 за цвет, это будет у нас 788 900. Такая вот будет у нас машина.
Здесь уже будет идти и кондиционер, круиз-контроль, мультируль, уже будет музыка стоять и так далее. Ну, то есть, плюс кузов универсал со всеми его прелестями. Дальше, смотрите, идет комплектация Comfort Winter. То есть, вот эта машина. Мы сидим в машине Vesta SV. 1,6 литра, 16 клапанов, 106 лошадок и 5-ступенчатая механика, как видите. Здесь получается, так, цена Comfort Winter 812 тысяч 900 рублей. Панель руля, руль кожаный, трехступенчатый панель сидений. Здесь имеется, как видите, подлокотник, такой бокс, все электростеклоподъемники, сзади тоже. Плафон в потолке. Ну, вот такая вот получается вот версия. С движком 1.6, 106 лошадок идет комплектация люкс. Она уже стоит 841 900 рублей. Потом идет люкс мультимедиа. Уже цена машины 882 900 рублей. И люкс престиж с мотором 1.6 литра, 106 лошадок и 5-ступенчатой механикой. Машина уже будет стоить 904 900 рублей. А, кстати, тут еще, смотрите, есть подогрев лобового стекла. Ну, естественно, что заднего стекла. Тут музыка имеется. Отключение ESP, кондиционер. Ну, все, что хотите. То есть, самый такой набор, да. Напомню, что вот это у нас Comfort Winter 1.6 на механике стоит 812 900 рублей. Такая вот машина. Комплектация эксклюзив, который уже стоит 936 900 рублей. Дальше, смотрите, машина с двигателем 1.8, 120 лошади и 5-ступенчатая механика. Comfort Winter машина стоит 847 900 рублей. В люксе 876 900 рублей. Люкс мультимедиа 917 900 рублей. И люкс престиж с двигателем 122 лошади и 5-ступенчатой механикой стоит уже 939 900 рублей. И еще есть комплектация эксклюзив с движком 1.8, которая будет стоить 971 900 рублей. Если еще добавить 12 тысяч за цвет, это получается 983 900 будет стоить машина с движком 122 лошади и с 5-ступенчатой механикой. Дорого, скажете вы? Ну, я не знаю. С таким более мощным мотором, да, правда, на механике, так это будет самый-самый топ. И опять же повторюсь, кузов универсал, он всегда и во всем мире стоит дороже, чем обычный кузов, вот, например, седан. Понимаете, да? Поэтому здесь уже как-то вот так. И у нас еще имеется двигатель 113 лошадей, 1.6 литра объем, 16-клапанный и с вариатором в паре он работает. В комфорте такая машина будет стоить 871 900 рублей. Comfort Winter машина уже будет стоить 907 900 рублей. Вот давайте мы с вами сравним. Смотрите. Значит, повторюсь, это все цены указаны для машин в белом цвете. Смотрите, машина 1.6 литра, 16 клапанов, 106 лошадок и механика. Comfort Winter стоит 812 900 рублей. А машина 1.6 литра, 16 клапанов, 113 лошадей и вариатор. Comfort Winter будет стоить 907 900 рублей. То есть получается сколько? Меньше, чем на сотку разница, да? Ну, вот как-то так. То есть, вот сейчас у нас с вами Comfort Winter. И сюда вот, если поставить вариатор, ну, соответственно, там будут сзади дисковые тормоза. А так, в принципе, все будет то же самое. Ну, и вот такая машина будет стоить в белом цвете 907 900 рублей. То есть, на варике. В таком кузове вот универсал. Дальше идет люкс комплектация. Уже будет стоить машина 936 900 рублей. Люкс мультимедиа с вариатором 977 900 рублей. Люкс престиж 999 900. И самый-самый жир, самый топ Lada Vesta SV с вариатором будет стоить комплектация эксклюзив 1 миллион 31 900 рублей. Соответственно, если еще добавить 12 тысяч за цвет, это получается 1 миллион 43 900 рублей. То есть вам там уже совсем все, что можно будет и будет стоять. Комбинированная обивка сидений,
дисковые тормоза, электроскладываемые зеркала, там батарея задних сидений, подлокотники, все-все, и там усиленная тонировка и так далее. Вот, честно говоря, с тонировкой, как считаете, вот нужна ли она или нет? В каком плане? Смотрите, ну то есть вот, допустим, на корейцах тонировки нет вообще, да, вот ее тупо нет. И как бы вот так, они на этом экономят. А АвтоВАЗ, он считает, что вот как бы, да, вот нужно типа вот, ну, тонировку какую-то делать, там, пусть там легкую, нелегкую. Соответственно, это же тоже стоит каких-то денег, правильно? Или вот усиленную тонировку они якобы предлагают. Соответственно, как бы, ну, не все поголовно, но большинство, да, покупая машину, едут машину тонировать. То есть заднюю полусферу, ну, наглухо, не наглухо, но тонировать, да? Получается, смысл какой вот АвтоВАЗу тонировать или сделать, как они пишут, усиленную тонировку, если человек все равно потом будет ее тонировать. Может отказаться, как считаете, вот, АвтоВАЗу, и машина будет дешевле чуть-чуть. Либо, допустим, вместо этой усиленной тонировки какую-то здесь там другую опцию добавить, да? Пусть машина будет стоить так же, но убрать усиленную тонировку, а здесь еще какую-то опцию добавить. Как считаете, как лучше? Ну что, собственно, вот и все. Еще раз давайте посмотрим. Универсальчик. В данном случае это вот у нас Комфорт Винтер. С движком 1.6. Еще раз давайте посмотрим, сколько он стоит. Вот эта машина, в которой мы сидим с вами. Вот. 1.6 литра, 16 капунов, 106 лошадок, 5-ступенчатая механика. Комфорт Винтер. 812 900 рублей. Стоит машина без всяких допов и в белом цвете. С заплатой за цвет машина будет стоить 824 900 рублей. Здесь, как видите, у нас есть подогрев руля. Вот она кнопочка. Кожа стоит. Есть подогрев лобовухи. Естественно, подогрев заднего стекла. Все электростеклоподъемники имеются. Повторили правда в зеркалах. Тут у нас имеется кондиционер. Подогрев сидений. Механика. Ну, собственно, вот такой. Ну и есть музыка. Все, что нужно, как бы вот оно все имеется, да? Я так понимаю, здесь еще даже допов никаких не успели поставить. Совсем недавно машина пришла. Так что вот можно вот эту машину приехать, опять же, и без допов забрать. Так, ну что, такие вот цены. Такой вот еще раз, смотрите, у нас универсальчик. Как вам? Что такое цвет зачетный? Пишите, комментируйте. Всем пока, счастливо.